Друзья, всем привет! На улице лето и очень жарко, поэтому в ходу любые прохладительные напитки. Вот и я готовлю сегодня на завтрак кофе, но не обычный, а холодный. А так как вовсю идет ягодный сезон, то сделаю его с клубничным муссом. Первым делом приготовим клубничный мусс, чтобы он слегка охладился в холодильнике. Всыпаем в очищенную и отсушенную ягоду сахарную пудру и пробиваем все при помощи блендера в пюре. В полученное пюре добавляем лимонный сок и охлажденный белок от одного яйца. Избиваем все при помощи миксера в пышную пену. Итак, мне понадобилось 7-8 минут для того, чтобы взбить смесь в такую пышную пену. Можно видеть, что она не опадает. Мощность миксера у меня 450 ватт, делаю я на 5-й скорости. Переложим мусс в кондитерский мешок и поставим в холодильник для охлаждения. Пока будем готовить кофе, смесь слегка охладится. Мусса у нас получилось много, но меньше мы и не могли сделать. Делали на одном белке, поэтому оставшийся после рецепта мусс я помещу в креманки и можно поставить будет в морозильную камеру. Получится как мороженое. Кофе я буду готовить на 2 порции. Высыпаю 4 ложки растворимого кофе, 4 ложки сахара и 4 столовых ложки обычной воды. И сейчас нужно будет взбить смесь в пену. Понадобится меньше минуты, чтобы получить такую пышную пену. В высокие бокалы разложить лед. Его можно заполнять на 1/3 бокала. Затем аккуратно выложить пену. Налить молоко. Наливать таким способом, чтобы осталось место для клубничного мусса. И аккуратно выложить охлажденный мусс. Украсить кофе можно целыми ягодами клубники и веточками мяты. Напиток получился очень вкусным и красивым. Его можно готовить не только к завтраку, но и к приходу гостей. Друзья, я надеюсь, что рецепт вам понравился и вы приготовите по нему. А я благодарю всех за лайки, комментарии и подписку. Всем отличного настроения и до новых встреч!